Завод «Электрополе», он находится в городе Новосол. Это завод по изготовлению деталей к автомобилям и авиапромышленности. Требуется оператор по красочной линии. Данная вакансия предназначается для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, без опыта работы. На производстве предусмотрено обучение, также возможен карьерный и профессиональный рост. По обязанностям. В обязанности на данной вакансии входит извлечение деталей в резервуаре в зоне погрузки и установка этих деталей на специальные подвески, также снятие и упаковки в зоне разгрузки. Ваше рабочее место расположено в производственном цехе. Работнику необходимо визуально контролировать детали. Оператор линии покраски находится в движении. Используемые инструменты – это полотно, разрез места контакта детали с подвеской, пневматические шлифовальные станки – это полировка, пистолет для герметизации, тележки для поддонов без привода и тележки с электрическим приводом. Работа производится в 3 смены с возможностью повышения ставки до 15-20 злотых в час в зависимости от эффективности работы. Довоз до предприятия и проживание бесплатно. Также работнику выдается спецодежда, средства индивидуальной защиты, это маски, перчатки и так далее, рабочая одежда. Вы проживаете друг в хостеле. Другу хорошо относятся, начальство, в принципе, всегда идет навстречу. Дают возможность дополнительного заработка, то есть это и дополнительные часы, и, возможно, работа по выходным, там, субботы, воскресенья. Задача, в принципе, кто попадет куда, на какую точку. Есть начальная точка, это завешивание деталей. Вы завешиваете их сначала завешки, на завешке уже кидаете детали, они идут дальше по линии, проходят окраску, переходят на точку снятия. Соответственно, там детали снимаются, упаковываются. Есть детали мелкие, которые уже упаковывают отдельная группа, потому что там нужны специальные знания. Есть детали, которые идут на дальнейшую обработку после покраски. Добрый день, меня зовут Александр. Я первый день сегодня на фирме «Электрополе». Мы приехали буквально вчера вечером. Нас поселили в отеле. Мы провели ночь, и сегодня нам сказали приехать в 10 часов на завод. Нас привез сюда куратор. Нам рассказали, что мы будем делать, как здесь проходит рабочий процесс. Рассказали, что где находится, выдали рабочую форму, рассказали о внутреннем раскладе именно на самом заводе. То есть человеку во всем процессе помогают. Его поселяют, его привозят куда нужно, его ознакомливают с процессом работы, с техникой безопасности,